Да. Запах. Надеемся, у вас получится, ну, надеемся, знаем, что рано или поздно у вас получится точно такой же хлеб. Да. Настоящий хлеб, что тут еще сказать? Здравствуйте, дорогие хозяюшки. Сегодня мы с вами приготовим настоящий хлеб из цельнозерновой муки, бездрожжевой, из русской печи. Ну, приступим, собственно. Добрый день, я буду проходить у Павла обучение, и я хочу задать вопрос. Расскажи, пожалуйста, Паш, чем этот хлеб, который мы испечем своими руками, будет отличаться от того магазинного, чем он полезнее? Ну, не знаю. Скажи, знаешь что? У нас цельнозерновая мука, в которой сохранено все, что дала природа пшеницы. Потом у нас мед вместо сахара, закваска, в которой нет дрожжей, как сейчас в магазинах. У вас хлеб на дрожжах? Нет, у нас бездрожжевой хлеб на закваске. А закваска у вас на чем? Ну, закваска у нас на дрожжах. Так вот, у нас закваска состоит из колодезной той же самой воды, той же самой цельнозерновой муки и меда. Ну, еще немножко нужно времени и настроения. Подожди, выключи. Я думаю, что каждой женщине, которая заботится о здоровье своей семьи, будет интересно научиться печь такой настоящий хлеб. Но самое главное, наверное, это понять, как же делается эта закваска. Расскажи, пожалуйста, как это происходит. Берем колодезную воду. Важный момент, мы воду не деструктурируем. То есть что мы делаем? Мы ее не кипятим. Мы ее можем немножко подогреть до температуры тела. Потом растворяем в ней мед на литр примерно столовая с горкой ложка меда. То есть мы сделали такую сладенькую водичку. Дальше добавляем туда муку цельнозерновую обязательно. Закваска у нас живая и нужен весь рацион. Все, что содержится в зерне, она все это должна попробовать, поесть, вырасти, проснуться, как угодно. И мы берем в жидкость добавляем муки до консистенции такого жидкого кефирчика. Ну, чтобы так оно стекало с венчика, но не полностью, чтобы следы оставались. Дальше мы берем то, что у нас размешали хорошо, берем, ставим это в теплое место без доступа солнечного света. И три раза в день, очень важно, нужно перемешивать все это. Перемешиваем мы и смотрим, как у нас закваска оживает. То есть должна она запузыриться. У меня был случай вообще, на секундочку, что она за сутки у нас ожила. Ну, родилась закваска. А как понять, угодно. Что она уже ожила? Запузырится, начнет подниматься. Дальше как мы делаем? Мы ее подкармливаем, она у нас взрослеет. Ну, можно на молодой закваске готовить. Можно на закваске, которая постарше. Она будет более бодро поднимать тесто. Паш, после того, как наша закваска поднялась и готова, как мы должны ее хранить? И я забыла. И за какое время до начала выпекания хлеба мы должны ее доставать? Хранится наша закваска в холодильнике. Там она у нас, назовем это, спит. Вот, примерно за полчаса до замешивания теста мы достаем закваску. Она у нас просыпается, разогревается. Сеятель великий. Это наш подсобный рабочий. Не отвлекайся, не отвлекайся. Да. Я так предполагаю, что закваска у нас просыпается при комнатной температуре. И сейчас она у нас уже готова, проснулась. Да, все верно. Вот наша заквасочка. Лучше всего температура тела, либо комнатная температура. Пусть это будет чуть-чуть подольше, но зато точно наша культура будет живая, здоровая, веселая, что тоже очень важно. Итак, начнем? Да, конечно. Первое и самое главное. Наши ручки чистые. Мы сюда ничего не добавляем, не привносим от себя. Колодезная вода. На 1 килограмм хлеба на выходе, на килограммовую буханку, нам нужно 400 миллилитров. В нашей воде мы растворяем соль. Кстати, соль у нас тоже настоящая, без антислеживателей. Из карьера, прямо без всякой химической обработки. На 1 килограмм, опять же, буду все пропорции называть, на килограмм хлеба на выходе. Следом добавляем мед, растворяем в этой же воде, 20 грамм. Александр, мне понадобится ваша помощь. Размешайте, пожалуйста, наш рассол, соль, мед, вода. А я пока налью закваску. Растворилось у нас все в воде, да? Александр, у вас талант. Дальше мы добавляем нашу закваску, живой компонент, наш хлеб. На килограмм хлеба, опять же повторюсь, на выходе 100 миллилитров закваски у нас идет. Готово. Благодарю, Александра. Дальше мы добавляем муку.
Муки у нас идет 700 грамм на килограмм хлеба на выходе. Я буду постоянно это повторять, чтобы вы не сбились. А какую муку мы используем для нашего хлеба? Да, кстати, я услышал, вы разговариваете насчет муки, чем мука наша отличается от муки магазинной. Вот наша мука мелится на каменных жерновах, но изначально само зерно отличается тем, что зерно производится крестьянами на полях без применения удобрений. Оно хранится не в элеваторах, а в амбарах. Оно не обрабатывается химией, как это делается в элеваторном зерне. А в элеваторах зерно обрабатывается химией именно потому, что грызуны, жучки заводятся. Так вот, наше зерно отличается от промышленного тем, что производится крестьянами на полях без применения химикатов. Хранится оно также в амбарах без применения химикатов, не обрабатывается химикатом. То есть наше зерно самое чистое. Поэтому мы его закупаем в Пензенской области, это шугуровское зерно. При помоле на каменных жерновах сохраняются все ее свойства, то есть это именно цельнозерновая мука. Спасибо, Андрей, за важное дополнение. Пожалуйста. И какой у нас, Павел, следующий этап? Дальше мы добавляем муку. Мы добавляем треть муки от нашего объема и размешиваем. Это промежуточный этап. Мы делаем жидкое тесто, чтобы оно у нас лучше подходило. Этот этап называется опара. Перемешиваем тщательно, разбиваем все комочки. У нас должна получиться однородная масса. Дальше мы накрываем это все крышкой и ставим в теплое место. Так она будет подходить примерно 2 или 3 часа, в зависимости от температуры, конечно же, от настроения нашей опары. Теплое место у нас на печи. Мы ее ставим на печь. Обычный завтрак таежного пекаря, десерт с доставкой из Владивостока, коврижка свежая, хлеб цельнозерновой, мед с лимонником, иван-чай. Чем богаты? Мы говорили про готовность нашей опары. Я считаю, что лучше один раз увидеть, чем 7 раз услышать. Наша опара поднялась, увеличилась в объеме, она запузырилась, она может также уже немножко опасть. Она живет, дышит. Вот такая рыхлая консистенция у нас получается. Это говорит о готовности опары. Наша культура там уже живет. Павел, расскажи, пожалуйста, как превратить нашу опару в уже готовое тесто? Все самое сложное уже позади. Мы просто берем 2/3 нашей подготовленной муки и высыпаем в опару. Это оставшиеся 2/3, правильно? Да. Венчик нам уже не понадобится. Дальше замес идет вручную. Чистые руки, как мы обуславливались, и перемешиваем, замешиваем наше тесто. Замешиваем до однородной консистенции, чтобы не было комков. Павел, но ведь в каждом деле есть какие-то нюансы. Какие нюансы здесь? Именно это я и хотел с вами обсудить. Как нам понять вообще, что в нашем тесте достаточно муки? Ведь каждая хозяйка, каждый человек будет использовать крупу разного помола, разной влажности. Есть пара несложных тестов. Мы вмешиваем, как бы скатывая его немножко, делая повыше. Оно у нас не растекается, как бы держит форму. При этом у нас клейковину я вот так проверяю, то есть оно не сразу рвется и уже почти не прилипает к рукам. Скажи, а слишком ли критично, если у наших учеников на первых порах тесто будет получаться немного жиже или немного гуще, чем получилось наше? Все приходит с опытом. Не нужно, я бы даже сказал, должно совершать ошибки, чтобы понять, где вот эта золотая середина. Ну, вообще у каждого должен получиться свой неповторимый, но такой же живой и полезный хлеб. После того, как наше тесто готово, мы уже можем отправлять его в нашу духовку или печь? Нет. Чтобы развить клейковину, мы его оставляем на 40 минут в теплом, опять же, месте. Оно немножко подойдет, либо не подойдет, неважно, через 40 минут мы делаем первую обминку. То есть что мы делаем? Мы берем это тесто и опять его вымешиваем. Мы его вот так вот заворачиваем 2-3 раза по кругу. Это мы обмяли наше тесто, опять его распределили по емкости. Друзья, подошло время второй обминки. Наше тесто поднялось, и сейчас моя помощница Александра сделает и прочувствует это на себе. А теперь мы наше обмятое тесто поставим в теплое место до тех пор, пока оно не поднимется в 1,5-2 раза.
Это будет означать готовность нашего теста к формованию. Нам нужно смазать нашу форму, чтобы хлеб не прилип. Ну, мы используем масло подсолнечное холодного отжима, которое производят наши крестьянские друзья. И одну булочку мы сделаем с подовой. Подовой, да? Что означает подовый, что означает формовой? Ну, соответственно, формовое – то, что мы раскладываем по формам. У нас он будет определенной формы хлеб. А подовый хлеб мы формуем непосредственно на, ну, в нашем случае, на ткань, на муку. Как правило, это круглая форма, и печется он, именно печется, прямо на поду. Отсюда и название подовый. Под – это не с печи. Мы накрашиваем, да, то, что будет загораться. Все, сейчас буду поджигать. Да, наше тесто готово, оно увеличилось в объеме, как мы и говорили, примерно в 1.5 раза, и готово к формовке. Поделись, пожалуйста, своим опытом формования, как ты это делаешь, какие навыки. Ну, я лучше покажу, долго объяснять, и вечера не хватит. Мы смачиваем руки, да? Да, у нас есть вода, лучше холодная, есть формы, в которые мы будем формовать, есть тесто. Мы формуем равными долями. Для этого используем весы. Ну, тесто у нас такое тянется хорошо. Это хорошая клейковина в тесто. Какой вес ты задаешь? Полукилограммовая форма у нас. Поэтому я формую по 580 грамм. Павел, расскажи, пожалуйста, почему ты берешь 580 грамм, если наша форма полкилограмма? Ну, это относится к моменту, как понять, что хлеб у нас готов, что он дошел. В процессе выпечки хлеба 10% от веса испаряется воды. Павел, но ведь далеко не у всех есть формы, и в этом случае я знаю, что можно делать неформовой хлеб. Как мы это делаем и что для этого нужно? Ну, я опять же повторюсь, лучше один раз увидеть, чем много раз услышать. Мы придаем форму круглую, кто-то может овальную придавать, не суть важно. Нам для эстетики нужно гладкое, я лично похлопыванием таким делаю, чтобы у нас была потом гладкая, ну, корочка у хлеба. Снизу подминаю это все, чтобы не разваливалось. И все, наш подовый хлеб готов. Мы выкладываем сначала на муку, правильно? Да, разумеется, на муку, чтобы не прилипло к ткани. Теперь мы готовы отправить его уже в духовку или нам нужно снова подождать, чтобы тесто поднялось? Да, разумеется, мы только сформовали. Это равносильно еще одной обминке. Теперь мы ждем, чтобы хлеб наш поднялся, и он будет готов к посадке в печь. Сколько это примерно занимает время, какая температура должна быть? Все зависит от настроения хлеба, от окружающей температуры. Надо следить за хлебом. Может быть 30 минут, может быть час, может быть 1.5. Нужно просто следить за хлебом. Паш, ну все-таки, пожалуйста, уточни, какая температура наиболее благоприятна для хлеба, для поднятия теста? Комнатная температура – это минимум 20 градусов, лучше градусов 30. И правильно понимаю, что чем выше температура, тем быстрее тесто поднимается. Тем быстрее процесс идет, все верно. Если посмотрите на свод печи, то увидите, что свод становится белый. Это значит, он накалился, и есть такое выражение в народе, до белого коленя. То есть, когда сажа сгорает, и свод становится белый. Это значит, свод накаленный. Готовность теста – это увеличение в 1.5 раза примерно в объеме. Тогда мы будем знать, что он уже готов к посадке в печь. Ну или в вашем случае в духовку. Наше тесто уже поднялось в формах и готово к посадке в печь. А на какое время ты бы посоветовал отправлять, если мы печем дома, в духовке, и при какой температуре?
Чем вообще удобна выпечка хлеба в духовке? Мы можем сначала при большой температуре зарумянить корочку, а потом сбавить температуру. И при температуре, скажем, 190-200 градусов, выпекать около 40-50 минут. Наш хлеб испечен. Я очень благодарна Павлу и этому месту за возможность в первую очередь научиться печь настоящий хлеб. И вторая вещь, которая меня очень радует, это то, что у нас есть возможность поделиться этими знаниями с вами. Надеюсь, что мы все доступно показали с помощью знаний Павла. И я очень надеюсь, что вы будете применять эти знания, будете печь хлеб дома, который будет настоящий, который будет наполнен вашим вниманием, вашей энергией. Он будет из настоящей цельнозерновой муки. И в вашем доме всегда будет пахнуть вкусным хлебом.